И последнее. В знаменитом Ливадийском дворце в Крыму сегодня в годовщину начала Великой Отечественной войны открыли Аллею Славы. Там увековечены имена более 30 героев Советского Союза, которые сражались за Родину. В торжественной церемонии приняли участие американские общественные деятели, которые, несмотря на все попытки международной изоляции полуострова, приехали туда, чтобы на месте узнать, как живет Крым. Свой визит они назвали прорывом блокады на личном уровне.